И всем привет, ребята! Сегодня мы вернулись на мой новый аккаунт. Сегодня мы будем снова играть в Brawl Stars. Вот. Это будет новая часть Brawl Stars Турнира до 100. И да, я уже вернулась на этот аккаунт. Сегодня мы будем опять ранги, улучшать новые слов, убивать новые. Вот, ребята, вы уже знаете по неделю подарков. Я уже все подарки забрала на своем старом аккаунте. Вот. Ну и сейчас мы будем начинать играть. Думаю, уже кольта. Ну а вы, ребята, перед началом ролика не забудьте также там поставить лайк и подписаться на канал. Чем больше мы наберем лайков над этим роликом, тем быстрее будет новая часть. Вот. Так. Я вижу розу. Но роза не такая уж сильная, хотя... 6 жизни. Хотя могу там сперва что не делать. Ульта спасла. Я не смогу взять банку, потому что меня сейчас убьет. Брок, да, брок. Брок взял правую банку. Это нехорошо. Брок, это нехорошо. Брок, что ты творишь? Брок, ты чё за мной гонишься? Тебя прикончить? Мы сломаем тут путь и придём. Так, слушай, всё. Так, приезжаем в свой кусты, идем дальше, пока нас не заметили. Уже, ребят, уже 4 бойца, как видите. Опачки, короче. Нифига себе. 3 банки. Первый раз я так банки беру. Так. А, так, столько времени, ну-ка, столько денег. Опачки, я победил, пока на медведя заспавлю. Видите, еще. Так, вот. 10 кубков. Так, 88 кубков. Вот у нас. Так, уже почти 1100 кубков. Давайте возьмем смещали. Это очень много бывает, вот такие на другом аккаунте, которые мне не помещаются. Это да, сейчас кусочек. Ой, прямо. Все. Все, у меня 800, и в итоге у меня 850 золота. Все, мы улучшили всех вот это. Играем один раз сейчас столкновение. Так. Думаю, много подарков нужно забрать всем. Вот. Нет, боже мой. Мы пить играть как-то профессионально. Так. Что? Что пришел сюда? Может, он доверяется? Это сильно повелелся. Ну вот, повелелся. Давай, уходи отсюда. Спайк объясните мне. Так, спайк прячется в кустах. И... Спайк, ты что творишь? Вот, а моя ульта пожалеет. Никто не. Ну и сиди там. Все.
Пока-пока, Спайк. Я пошел дальше выживать. Какой конец, как дурочка. Блин, меня убили. Как пешечка. Так, сейчас пришла. Нагуляйте. Ох, 4 минуты. 50 минут. Так, что у нас тут? Так, манди, фу, манди. Так, окей. Давайте теперь сама заменить. Что мне будет? Файт цель. Угу. Давайте попозже. Давайте попозже. Пуку, пуку, пуку. Пуку. Я еще слышал, что есть такая про него игра. Типа Пуку. Ну, там пианино, короче. Ну, наверное, вы слышите. Так, Барли. Бас или Барли, да. Ну, прикольно. Ну, Пуку вообще прикольный. Прикольный персонаж, вот он у меня такой. Один, один, один. Капец, он сейчас не убьет. Так, вот есть кто-нибудь? А, никого нет. Так, какой-то Артем 8-7-7-7-7-7-7-7-7-7, который тоже играет за Пуку. Смотри, какая карта сегодня прикольная. Я вообще редко куда-то вижу. Ника, что мы будем? Так мы еще не будем. Эй, Ника! Юрий, пошел, мы тогда с тобой поговорим. Ну, я подумаю, подходи ко мне. Ты же скорее, ты меня помнишь? Уходи от меня, уходи. Пошел нафиг отсюда. Да, я убил. Отлично. Ура! Отпусти. Ты тупой, блядь! Еще один, еще два, еще два. Пуку никого не победит, потому что Пуку против Нита это враги. Слышь, Нита, ты уже перестал на меня. Супер, супер. Супер. Вот так. Посмотрите, какой Пуку прикольный персонаж он за него выиграл. Так, давайте возьмем его Прима. Так, я не понял, сколько у меня там кубков. Посмотрите сами, потому что это реально Прима. Эль Примо из Хитра. Шоу-тайм. Так, погнали за Эль Примо. Мне такая ульта нравится. Эль Примо! Надо включить руки. Но прикольно очень, мне нравится ульта. У меня крутые кулаки. Эй, Пуку! Это шет. О! Медведь, что ты мне сделаешь? Медведь, о, эти уб... Ну, нет, нет, значит, нет медведя. Джеки, капец. У меня же нет Джеки. А я выбью. Думаете, я бот? Вы думаете, вы сейчас меня стреляете или ничего? Да? А давайте сейчас попадем в свой аккаунт, и вы сами скажете. Ладно, ладно. Вот так. Сейчас прыгаем. Эль Примо! Все-таки сказал. Так. Надо было прям на Пейн прыгнуть, то, к сожалению, я ее не увидел. Так, 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 Кольц. Кольцяра, извини. Мы тебя убьем. Потому что мы уже проигрывали. И сейчас там нужно только один. Ну, сейчас не везет, потому что... У меня был один кубок. Представляете?
Так, еще парочку. Давайте снова одиночная. А вы ценили пленку? Давайте другую. О, вот, розовый чармайн. Браулер. Ну, такой, редкий, конечно. Но прикольно, все равно. Ну, типа, она вот так. И сразу всех убила. Это нубам везет. Капец, у меня нет интернета. Да, я знаю, как этим переживаете. Интересно, что там находится? Что там находится? Так, дом. 477. Ну, что ты мне сделаешь? Что ты мне сделаешь? Скажи. Ой. Ну, я тебя убью. Кто? Кто? Самый лучший. Ты лучший или лучший? Рика. Так, отлично. О, еще одна роза. Привет. Ну, я тебя убью. И плюс банки. Не смысл собрать. Жаль. Я вижу 10 тысяч жизней. Так. А, больше есть. Тут у нас ничего нету, как всегда. Так. Я думаю, что уже через там пару минут мы уже пойдем, наверное, в другую игру. Хотите, мы в этом видео еще в другую игру поиграем? Если хотите, давай. Кстати, ребята, хотел вам задать вопрос. Долго ли вы ждали новую часть Brawl Stars нового дождя? Так. А прикольно было все, я думаю, как он застрял там тебя, а мне тоже было все. Короче, ульта зря. Останет мне шелька. Шелька-шет. Получай, роза. Так. Так, все отлично. Погнали дальше. Искать других. Мне уже бесит эта строй. Давайте мы немножко бежим. Я ищу. Эль Примо, привет. Получилось. Просто супер. Сколько? Мне еще хватит. Ну блин, что 300 сразу? Капец, мне сейчас захватило вообще. Так, окей. Эль Примо! Хотя давайте вот я уже вот это поиграл, вот это поиграл, вот это поиграл. А типа так, давайте. Барли возьмем. Капец, что у меня с интернетом? У меня с интернетом все отлично. Зачем я взял Барли?
Уже сразу. Капец, что мне делать? Так, надо еще не тащить. Я сюда. Меня убили. Только он вынести в кусты, и тоже очень хорошо. И он вынесли бы тем. Откуда он меня видно? Эй, привет! Ты сюда снести? Давай, давай. Что там такое? Я пытаюсь сесть на тебя. Вот кусок, ну как прикольный. Не знаю, как его раз... А, же открывал эти наборы значков. Вот и раздобыл. Кстати, ребята, вы хотите узнать, как это мой уровень Brawl Pass? Если не помню, аккаунт и Brawl Pass. Удивятка. Не знаю как, если я либо выйду в этом сезоне. Вот самая главная цель это прекрасно. Я снизу не успею. Потому что уже прошло месяц, наверное, да, прошло месяц на начало, и все уже скоро будет начинаться. Наверное, не все это пустилось. Я, наверное, добьюсь на 40 уровня. А дальше женщина. А, 4, ну ты не настоящий. Ну вот, убили Влада. А он вообще не настоящий. Я знаю, много таких есть, но еще такие тоже есть. Так, ну давайте. Жесть возьмем. Прикольно будет, да? Так, найдено игроков 10 из 10. Прикольно. Так, продолжаем. Опа. Кончик. Если Джесси брать в ограбление. Потому что ей место в ограблении. Вот если мы сейчас пойдем в ограбление, то она там все разгонит. Я думаю. Я считаю. Ты там лишься? Ты меня победишь. Так, сейчас мы уже уничтожим. Да стреляй. А, он пока никого не видит. Да, я тоже буду стрелять. Ты не сможешь снимать мне штучку, не сильнее тебя. Да, так тоже не идет, мальчик. Опа, давай, все, я полезу. А меня не убили. Круто. Мальчиков мы прокачиваем, наш новый аккаунт. Прикольно, что ли? Мне вообще очень нравится. Ну и последний бравлер на сегодня это Брок. Да, ребята. Берем Брока и играем в последний раз и уже прощаемся. Ну, либо увидимся завтра, либо послезавтра. Так начинать видос. Не знаю, когда будет новая часть. Ну вот там напишите в комментариях. Коммент там. И обязательно подпишитесь на канал. И лайк. У Брока, конечно, есть парочку недостатков, знаете, каких. А вот таких у него патрона не у него очень долго выбирается. Вы же видели, сколько я там раз нажимал. Вот это. Только бутылку убивает. Четыре. Thank you.
Так, все, столкновение. Защита ни разу не сжимала в этом ролике. Ой, так было не было. О, мы победили. Здорово. Супер. Ну, еще все, как и всегда. У вас монет, в принципе. Ну и вот такого на сегодня получился ролик. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Андрей, всем удачи, всем пока, ребята, спасибо, что смотрели этот ролик, спасибо, что снова я вернусь сюда. Всем удачи и всем пока-пока!